Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам вот об этом кустарнике, моем любимом. Это бузина черная, сон Мадонна. Самбукус нигра Мадонна. Это прямостоячий кустарник, достигающий высоты 3-4 метров. Но за год он может давать прирост до 2 метров. У него единственный вообще небольшой недостаток, он не очень хорошо переносит зиму и немножко подмерзают его веточки. Однако же, когда мы их срезаем, они тут же начинают расти. И помогает мне играть в саду объемами. А я очень люблю вот эти вещи. Они и те. За девочками бузина в начале июня. Кустарник, у него сложные листики, они состоят из 5-7, сначала желто окаймленные, но со временем, чем старше он становится, вырастает, тем они, вот видите, бело окаймленные бывают. Вот это молодые листочки, это как раз прирост этого Если года. Посмотреть на старые ветки, которые у нас остались от зимы, то вы видите, на них уже веточки с белым окаймлением. Мне задали вопрос, а какие кустарники относятся к быстрорастущим. Так вот, этот кустарник, ну, вы представляете, 2 метра за год прирост, это как раз быстрорастущий кустарник. И он мне очень нравится тем, ну, во-первых, естественно, после зимы, когда они обмерзают, я обстригаю эти веточки, и они вот начинают быстро расти, но вот это вот цвет, когда здесь на одном кусте зеленые, белые окаймленные листики и зеленые, ярко-зеленые с желтым окаймлением. Ну, это безумно красиво. Кустарник незаслуженно обижен, его не так часто высаживают, хотя для городских условий он был бы прекрасен, поскольку выносит даже небольшую засоленность почвы. Кустарник любит солнечные места, но допускается полутень. И вот этот кустарник, который я высадила, он, во-первых, делает очень нарядный мой уголок. Посмотрите, как он все украшает. И если до этого какие-то, вот я вам весной показывала, были доминанты, колокольчики или еще... С июля уже доминантом становится этот кустарник. И он настолько красив и ярок, что в принципе уже никаких цветов рядом и не нужно. Поэтому да, у меня бывает мой уголок очень красив, когда цветет астильба, но астильба отцветает, и в общем-то красота все равно остается. Мне больше и не нужно здесь ярких красок, когда доминантом стал вот этот кустарник. Июль. Моя черная бузина уже немножко подросла. Это как раз время цветения астильбы. И, конечно, астильба в цвете занимает первое место. А это уже август. И кустарник бузина доминирует и по цвету, и по высоте, и по объему. И, в общем-то, других цветов здесь и не надо. Несколько горшков с цветами и достаточно. Свою патию я начала делать не так давно. Вы видели, у меня много деревьев довольно-таки старых. И сад такой приобретает старинный какой-то вот намек. Но эту патию я сделала не так давно, всего 5 лет тому назад. Я считаю, он все-таки молодой патио. И за это время смотрите, как разросся кустарник. Причем интересно, чем больше он вымерзает и чем больше мы его стрижем, тем пушистее становится он. Более такой разросшийся, большой куст. То есть, в общем, красота совершенно необыкновенная.
И я вам его рекомендую. Доминант становится по цвету, как раз и вырастает до нужных размеров по высоте и объему, как раз когда заканчивают цвести моя любимая астильба. И здесь уже больше не нужно никаких, в общем-то, цветов. Там 2-3 горшка и достаточно, потому что весь объем цвета, вся яркость переходит к нему. И я уже говорила, что рядом растет туи, и они очень поддерживаются этим цветом. То есть здесь получается вот как раз та грань, которую переступишь, если становится, ну, слишком олиповато. И в то же время не так, чтобы это было скучно. Согласитесь, как цвет туи поддерживается цветом вот моего любимого этого кустарника. Посмотрите, как это все здорово поддерживается. И, кстати, туи тоже на заднем плане, тоже желтая. И это как раз то растение, которое мне нужно было в моем миксбордере. Цветет бузина в июне, в июле. Ее белые цветки собраны в плоские соцветия. На Западе приготавливают жидкое тесто, берут эти соцветия, опускают в это тесто и поджаривают, как пончики. Ну, что еще могу сказать про это чудесное растение, что оно обладает специфическим запахом и отпугивает многих насекомых. Бузина входит в состав многих чайных напитков, потому что она и обладает определенным вкусовым эффектом и довольно-таки полезна. Для посадки используется почвенная смесь, состоящая из перегноя, зерновой земли, торфа и песка. Две части и одна и одна. При посадке в яму добавляют 100 грамм фосфора и 50 грамм калия. Необходим дренажный слой из 10-20 сантиметров щебня. В тени бузина очень плохо растет, никогда не достигает своей привычной высоты, никогда особо не разрастается. И ее листья пестролистной формы теряют свою вот эту чудесную окраску. Как правило, бузину обрезают, потому что она, в общем-то, разрастает, занимает много места. Но я в своем саду предпочитаю все-таки свободные формы, и поэтому бузину я не обрезаю. Она у меня разрастается. Как видите, немножечко подавляет соседние растения. Она подготовки к зиме не требует особой, ничего делать не надо. А полив у взрослых растений сухое лето, 2 ведра, 1 раз в неделю на один куст. Сажают как в групповых посадках, так и в одиночных. Одиночные. Я уже говорила, что это прекрасное растение для городских условий, потому что выносит засоление. Кислотность почвы, которую она предпочитает, где-то pH 6,5-7,5. И опять же, рыхление на глубину 15 сантиметров только у молодых растений. Весной под перекопку вносят 100-120 грамм нитроамофоски или кемир универсал. Можно немножко удобрить и навозной жижей 1:10 на пол ведра на куст. Надеюсь, вам были полезны эти сведения, которые я рассказала о моем прекрасном и любимом растении, и вы будете использовать его также в своих садах. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч!